Всем привет, привет, привет! У нас сегодня понедельник и новое видео. В общем, у нас сегодня такой был непокупочный день, потому что... Ой, еще забыла кое-что из рюкзака вытащить. Потому что мы сегодня ездили в гараж немножко упорядочить наши вещи. Я там даже видео небольшое сняла. Покажу вам наш гараж, ну не гараж, а мастерскую. Вот, а потом на обратном пути заехали и купили самое необходимое. Маршмеллоу. 95 сантимов, булки евро 55, обычный хлеб, как мы берем, евро 60, чернослив хочу сделать, а не помню, сливки есть или нет, маленькие сливки есть, 200 грамм, но мне этого будет мало. Хотела сделать, знаете, такой советский десерт, вовнутрь чернослива вкладывается орешек, а потом все это заливается взбитыми сливками. Ну, в общем, короче, купила 2,10, 250 граммов. Так, что еще? Ну, вот это Кока-Кола 90 сантимов, а вот это я не помню, это настоящая, нормальная. И мороженое, я наконец-то посмотрела, сколько оно стоит. Мороженое стоит 2,10. Ну, в общем, вот так, устали, как я устала. Приехали домой, сейчас буду что-нибудь на обед готовить. Разморозила сальмон, а вчера мой муж ловил еще рыбу, два огромных карпа. Сейчас он мне их порежет, я буду делать рыбу и салат. Ну, в общем, до вторника, посмотрим, что мы будем покупать во вторник. А у нас сегодня среда, и я наконец-то выбралась из дому. Вчера был вторник, я не выходила. Я вчера проснулась, думаю, пойду куда-нибудь. Вернее, не проснулась, а с вечера думала, проснусь и пойду куда-нибудь. Но когда я проснулась и увидела такое количество солнца и жары, я решила, все, я сегодня никуда не иду. Я осталась дома, у меня много, очень много работы дома, поэтому, в общем-то, я делала дома, поэтому вчера ничего не покупала, кроме воды, которую покупал мой муж, потому что у нас практически закончилась. Но сегодня у нас пасмурно. И я выбралась на улицу, сходила в Меркадону, прогулялась, сходила в Меркадону в среднюю, не в дальнюю, а в среднюю. В общем, прогулялась к морю и вернулась домой. Что купила? Купила чипсы. Вот эти чипсы стоят евро 20, а вот эти стоят евро 0,5, евро 30. Короче, по евро с копейками они обе стоят. Купила это в Меркадоне, потому что те, которые я брала в прошлый раз в магазине «Консум», они очень невкусные, мне они не понравились. Я их, конечно, съела, мы были в кино, но, в общем-то, мне не понравились. Почему купила? Потому что я еще не знаю, может быть, мы сегодня пойдем в кино. Так, купила также хлеб. Я не знаю, есть или не есть, поэтому я купила на всякий случай, если что, в морозилку положу. Купила вот 3 картошки, килограмм евро 20 я заплатила. Вот, и купила дезодорант, который я всегда беру. Он мне очень нравится, лактовит. Невидимый, он стоит 2,75. Ну, в общем, вот купила я такое сегодня. Еще Family, он купил 10 килограмм вот такой картошки, ну, 9,99, короче, 10 евро стоит вот такой мешочек картошки. Картошечка, видно, такая там неплохая, такая средненькая, крупненькая, короче, довольна. Так, а вчера мой муж купил вот такую воду. Ну, он мне вчера 2 блока принес, сегодня 2 блока принес. Я не знаю, сколько он ее купил, может быть, еще вечером сегодня 2 блока принесет. Ну, в общем, прям он ее так художественно выставил в шахматном порядке. В общем, вот такая вода, вот которая Тилино. Это без газа, а та, которая Primavera, это та, которая с газом. Стоит она около 40 сантимов, ну, не около, 40, будем считать так, 40 сантимов за 1,5 литра. В общем, такой была наша среда, покупательская или покупная, не знаю, как правильно. Сегодня четверг, а значит, базарный день. Ну, в общем-то, базара у нас сегодня практически не было, потому что испанцы очень боятся, когда капает с неба вода. Я даже не могу это дождем назвать. Ну, такое, знаете, моросило. А потом такой легкий-легкий дождик. Я даже без зонтика практически шла. Вот потом открыла, смотрю, все с зонтиками. Думаю, ладно, я пойду с зонтиком. Ну, в общем, короче. А так как мы сегодня ходили с утра, у нас были в банке дела. А банк у нас недалеко. Ну, то есть нужно было пройти через рынок и домой возвращаться. То же самое. То сегодня я была с мужем. А он хотел помидоров. В общем, помидоры купил. По 2,50 помидоры. Здесь чуть больше килограмма, здесь, по-моему, на 2,80, ну, короче, на 3 евро. Вот. Он схватил эти помидоры, побежал домой, дальше я ходила сама. И что же я там выходила? Я купила вот такие сливы, вот такие. Значит, евро килограмм, потому что те, которые я покупала, там, по-моему, штуки 3 или 4 осталось. А теперь я решила еще эти купить, они по еврику были. Ну, продавцов не было, я такого пустого базара еще никогда не видела. Секонда, кстати, не было вообще, от слова совсем. Так, купила огурцы. Огурцов купила много, потому что были классные, такие они молоденькие, большие, но молоденькие.
И стоят они евро 50, евро 50 килограмм. И взяла я здесь аж на 2,50. Так, а потом я пошла в Меркадону, потому что у меня сегодня кулинарит, товарищ Роберто, мой муж. Вот, и он сегодня делает чилийские пирожки, эмпанада чилена, потому что вчера он, ну, немножко проспал, немножко пропустил. Вчера был День независимости в Чили. Вот, и они, как правило, в этот день пекут эти пирожки. Ну, в общем-то, у нас сегодня будет День независимости в Чили. Здесь у нас, в Испании. Вот, поэтому он делает пирожки. На пирожки нужно яйца. Поэтому я, ну, в смысле, в начинку идут вареные яйца, резанные четвертинками. Ну, а также вчера я слопала чипсы и, естественно, купила. Яйца стоят 3,80, чипсы стоят, по-моему, евро 20, что ли. Ну, неважно. А также я сегодня дорвалась и купила себе целых 3 туши. Вот, значит, вот это у нас, смотрите, какая. Она называется, вот, ну, короче, я не знаю, как это перевести. Я знаю, что это, но я не помню, как сказать по-русски. Господи, объем, и она подкручивает. Она стоит 3,50. Так, вот это у меня уже была. Вот, тут объем 4D с витаминами. Она очень классная, поэтому купила еще одну. Тоже стоит 3,50. Значит, а вот эта вот, она, видите, панорамная. Она стоит 4 евро. В общем, вот это вот все дело. 11 евро пока открывать не буду, потому что у меня еще вот это немножко есть. И другие мои туши. Знаете, я же купила себе туши, я так долго зрела. Вот, пошла, купила себе, наконец-то нашла, которую хотела. Ну, в конце концов, ошиблась, купила не ту, которую хотела, а французскую, лореалевскую. Отдала 13, почти 14 евро. Пришла домой, открыла, а она сухая, как песок. В общем-то, расстроилась, как все, больше я в этот вонючий магазин никак в жизни не пойду и ничего у них не куплю. Хотя мне дали скидку на следующую покупку, там то ли 15, то ли 20%, но я даже этот чек взяла и выбросила от злости. Ну, в общем, вот такой у нас был четверг. У нас сегодня чилийские пирожки, я потом сниму в маленьких видео, покажу, какие они. Вот, тут стоит фартук надел и кулинарий, сейчас покажу. Во, вот такой вот прям. Жарит мясо, резал лук, тут плакал, кричал, почему ты мне не купила порезанный лук готовый. Ну, в общем, вот такой у меня кулинар. Сказал, не снимай меня, это секретное. Миленько-миленько порезал эту, господи, лук. Потом будет туда закидывать фарш, и все это он делает в кастрюле, всегда в кастрюле. Либо вот в этой, либо вот в этой. Вот, так что он такой у меня. Кулинар в доме завелся. Ну и, в общем, вот таких пирожков напек мой муж. Они такие вкусные, прям не могу. Мы уже прям немножко и подъели. Они так у нас на полотенечке лежат. Так положено, чтобы они лежали. Короче, очень вкусные. А у нас сегодня суббота. Последний покупательский день на неделе. Ну и по совместительству это базарный день. Но нам сегодня не повезло. У нас сегодня с утра был такой ливень. Улицу весь все залило. Море вышло из берегов, потом вам покажу, как у нас все здесь красиво. Естественно, рынка не было, поэтому очень долго ждали, аж практически до 3 часов, чтобы мой муж сходил в магазин. Оделся, как на Северный полюс. Я говорю, тебе будет жарко. Он сказал, нет, мне жарко не будет. Надел на футболку теплый джемпер, ну не джемпер, а этот, как его, ну такой с капюшоном. Господи, как же он называется. Короче, я знаю, как по-испански, не знаю, как по-русски. А сверху надел еще курточку такую, которая зимой ходит, и пошел. Я говорю, ты там просто помрешь от жары. Нет, мне холодно. А я смотрю, люди на улице ходят. Ну, как бы, ну, пасмурно, да, но градусов там много, тепло на улице, хорошо. Свеженько после дождя. Ну, 25 градусов точно есть. И это южное 25 градусов. Это не то же самое, что, допустим, у нас в Киеве 25 в сентябре. Это разные вещи. Здесь гораздо теплее. Пришел, говорит, слушай, все люди в шортах, в футболках, говорит, а я вырядился, как на Северный полюс. Говорю, я тебя предупреждала. Ну, в общем, неважно. Что купил? Купил то, что у нас закончилось. Купил яйца. У меня осталось, по-моему, штуки 4. Я вчера пирог пекла. Вот сейчас, ой, покажу. Вот он. Вот такой пирожок вчера спекла. Так, яйца на него ушли. Значит, купил хлеб, потому что нет дома хлеба никакого. То есть от слова совсем. Купил мне на попить. 2 бутылки, вон еще одна стоит.
Купил себе на попить. Там еще в холодильнике одна такая бутылка стоит. Но это по 90 сантимов, да? А вот это я не знаю, почему этот Радлер. Это безалкогольное пиво. Так, конфеты. Так мне их захотелось, аж не могу. Это ассорти, они, я вам их показывала уже неоднократно, разные. Там разные. Там два вида черного шоколада и два вида молочного шоколада. Один молочный шоколад, молочный, примолочный, второй такой обычный, молочный. Потом черный шоколад обычный и второй шоколад, ну, очень, очень сильно черный. Вот он вот такой, но они все очень вкусные. Я не, ну, 4 с чем-то они стоят. Так, вот этот вот коктейль из сухофруктов, это любит мой муж. Я тоже не знаю, сколько он стоит. Яйца стоят 3,80. Ну и хлеб. А стоит у нас это такой же, как мы всегда берем. Это я попросила его в кулечек положить, чтобы укрыть его, от, если вдруг дождь начнется, чтобы он не промок, хлеб не промок. Так, ну что еще? В общем, покупки все. Я вчера ходила в магазин, я купила бутылку Кока-Колы, но не показывала. Пачку маргарина, пачку дрожжей, банку сметаны. Ну, сейчас покажу сметану, я еще не открыла. Потеряла в холодильнике сметану, сама засунула глубоко. Ну, то есть это вот крем фреш, но это сметана. Такая вот, как мы любим. Ну, практически такая, как мы любим. Вот. Чипсы купила. Ну, короче, такое, но я вчера не снимала. Мы вчера отправляли посылку на, ну, в Украину. И я после посылки просто пошла прогуляться, потому что весь день я занималась тем, что паковала посылку, готовила обед. В общем, убирала в квартиру. Ну, такое, в общем, разное. Ну, в общем, вот такие у нас были покупки. А, сметана стоит... а сколько же она стоит? Евро 20 или евро 30? Ну и вот так у нас вот после дождя. Вон, видите, целое озеро образовалось. А вот, видите, это кусочек моря. Это даже туда долилось. Там видно такая борозда, вот темная борозда. И по ней лилась вода из моря. Вот, а вон даже целый бассейн. Это вот в этом месте. Это у нас место для игры в шары. Там старички собираются и играют в шары. Ну а тут вот у нас целое озеро. На этой стоянке. У нас две стоянки. Вот эта стоянка называется стоянка для трейлеров, для пляжа. Ну и вон та вторая стоянка. Она обычно не такая заполненная, а сегодня совсем заполненная, потому что на этой нашей совсем. Видите, моря разлились. А на улице очень тепло. Наверное, градусов 28. Я зря сказала 25. Очень тепло. Ну все, на этой неделе уже покупок у нас не будет. И вот на такой красивой ноте нашего моря я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого наилучшего, вкусных и полезных покупок и закупок. Вот, а также не забывайте заходить ко мне в гости на канал, смотреть видео, ставить лайки, дизлайки, ну и, естественно, подписываться. Все, всех обняла. До следующей недели.